районе 5 часов, было несколько, трясло, к 6 успокоилось, и повторно было все, и тогда уже посыпалось все сверху. Сверху, снизу, справа, слева выбиты рамы, выбиты кондиционеры, выпали, поломаны двери, балконы, насколько я знаю. Страшне було. Я бачила, як вони відчували. Злякалася, ну я в тамбурі була коли. Мабуть, злякалась би сильніше, якби була в хаті. А так, а зайшла все. Фурнітура посвітала з дверей.